Ich muss sagen, schrauben. Чтобы мне можно было выбрать. Я просто говорю, давай. Что вы сделали? Вот этот ваш наклон вперед, он, конечно, сильно многим мешает. Поэтому нужно тренировать ноги. Ваши ноги, да, которые могут опускать. Для этого прямо сейчас будут тесты. Старайся не думать. Можешь даже садись. Не думай, что ты будешь его ловить. Ты просто держи его голову. Не торопись. Как только начинаешь думать, что будешь ловить, начинаешь искривлять голову. Ты уже ее начинаешь кривить. Вот. Держи как корону. Ты же королева. Вот. Подожди. Сейчас маленько так, чтобы... Вот, молодчина. Сила вообще хорошо. Ну, так, спину маленько прям выровняй. Хорошо, не страшно. Почувствовали, что пяточки стоят очень хорошо, прямо упираются в стену. Голова упирается в стену, и позвоночник ваш тоже упирается в стену. Вместе сели. Голова. Где голова? И теперь головой прям прижимаетесь и встаете. Встаем. Только не скрепляемся. Еще разок. Не трогаем ничего. Хорошо. И встаем. Еще раз ногами слушаем. Видишь, какие слабенькие. Вот сейчас ты будешь первая хлопать сначала. Договорились? Ты ее слушаешь. Давай. Еще разок. Видите, какая скорость хлопка должна быть? То есть скорость я делаю. Давайте, кто следующий? Давай. Олег, поднимай руки, ладно? Присаживайся. Только ты разворачиваешься ко мне. И... Давай, ты будешь хлопать. Олег, у нас один пока хлопает, ладно? Если вы будете вдвоем хлопать, и он вас не будет понимать, и я не буду. Молодец. Садись. Следующий кто будет? Давай. Олег. Мы руки поднимаем. Хорошо? Выходи. Сейчас. Садись. А, извини. Не ко мне подходи поближе. Ты будешь хлопать. Хорошо? Молодец. Садись. Видите, как хорошо? Давай. Ты будешь хлопать. Вставай, что боишься. Хорошо. Вот теперь смотрите, я вам это упражнение дал, чтобы когда буду хлопать, вы также успевали разворачиваться и убегать. Ну, можете так. Важно допрыгать до конца татами и не коснуться руками. Кто касается руками, возвращается обратно. Договорились? Да, это бесконечно. Договорились? Руки за спиной. На носочках прыгаем вот таким образом. Каждый раз держим равновесие. Приготовились? Да. Пошли. Руки за спиной. Честно прыгаем. Начало легко? Да. А не касаться пола? Не касаемся. Вроде упражнение то же самое. Мышцы работают так же. Те же, да? Руки за спиной. И кто кого столкнет? Плечом. Давайте, пошли. Руками не касаемся. Давайте. Хорошо. Стоп. Садимся. И работаем.
Так, ну давайте еще раз. Ты зачем упал? Я уже думал, тебе. Так, только не проигрываем, а выигрываем. Пошли. Пошли, ноги сильные. На начальном этапе что-то упал. Хорошо, ладно, сели. Не, именно по прыжкам. Если перестаете прыгать, значит останавливаетесь там, где, докуда смогли допрыгать. Выигрывает тот, кто дальше всего честно сделает это упражнение. Пошли. Прыгаем. Обеими руками. Обеими. Да. Хорошо. Давайте. Молодец. Руками прижимаемся, а потом отталкиваемся. Сложно? Давай, прыгай. Молодец. Вот. Видишь, как важно, чтобы руки рабочие были, да? Давай, ребенка, молодцы. Здорово, смотри, уже чуть-чуть осталось. Еще. Мы перемещаемся с вами. Олег. Правая. А ты, да? Хорошо, теперь левая. Доставай, вот оно, левая. Все правая. Хорошо. Давай, левая. Так, давай с тобой. Сейчас. Вот мы правая, я правая рука. Давай теперь левая. Хорошо, правая. Вот оно. Понятно? Попробуем. Все, на пары разбились. Вот, видишь, улыбка появилась. Поэтому, когда ты начинаешь о чем-то грустить, просто возьми крикни. А вот сюда, в плечо. Правое, можно? И тебе раз домик. А потом мы разворачиваемся и домик спать. Встаем, например, вот это плечо. Опять домик. Спать. Что домик нам дает? Давай. Раз. Хорошо. Здесь. Раз. Получится? Да. Ну, давайте пробуем. Сушка, вот смотри. Раз. И убрала. Давай побыстрее. Вот эту руку. И теперь смотрите, я встаю и освобождаюсь. Да, теперь ты эту руку, другую руку берешь. Посмотрите, пожалуйста, как стоят мои ноги. Давай еще раз бери. Вот я встаю на дальнее колено и накручиваю его на себя. Пойдем. Да. Держи меня, держи. Нет, ты прям держи, там вот так вот. О, еще плеч. Держи. Держи. Хорошо. Пойдем. Вставай на ноги. Бери крепко. О, вот это я понимаю крепко. Держи крепко. О, ничего себе. Чем крепче держишься, тем дальше летишь. Давай. Крепко? Сейчас. Да, еще крепче. Пойдем. Давай. Ай-ки. Ну, что ты? Пойдем крепко. Готово? Давай. Пойдем. Все были? Садись. Вот помнишь, ты где сидел? Давай еще. Получается, что я только одним движением отталкиваю, да? То есть я ничего не делаю, я только